не менее, а более важная дата, и, очевидно, Высоцкий признал бы это сегодня, потому что 59 лет не юбилейная дата, а вот 30 лет тому назад, 18 января, вот здесь, на этой сцене, у Владимира Семеновича был первый концерт, широкий, публичный, и именно в Востоке. Вот это важно. И вот по этому поводу сегодня мы будем говорить. Я только вам напомню, что это первое выступление Высоцкого, интервью с ним вел литератор, литературовед Юрий Андреевич Андреев. Когда мы потеряли Высоцкого, когда остановилось его сердце, на фестивале в Сосновом Бору Андреев сказал пророческую фразу. Он сказал, что придет такое время, когда произведения Высоцкого будут хрестоматийными, то есть будут изучаться в школе. Могу вам признаться, пользуясь правом микрофона, я не сговаривался с Юрием Андреевичем, но по всей стране, на всех концертах я говорил то же самое. Вот тут давным-давно совпавшие духом с Андреевым, мы совпали мыслями. И поэтому сегодня с полным правом вечер ведет Юрий Андреев. Я прошу его на сцену. Тридцать лет тому назад первое официальное выступление Владимира Высоцкого произошло здесь, именно в этой географической точке земного шара. Я думаю, здесь будут еще и фонограммы этого первого концерта, и вы услышите наши с ним взаимные реплики. И думаю, что самое место и самое время будет для того, чтобы мне рассказать о внутренней кухне того концерта и о том, какими условиями мы с ним обговаривали то, что произойдет. Это будет еще по ходу. А сейчас я предварю этот концерт, то есть расскажу его предысторию, в чем она была. О Владимире Семеновиче Высоцком, тогда Володе, конечно, знали мы уже достаточно. Могу похвалиться даже тем, что первое печатное упоминание его имени в благожелательном контексте вообще было опубликовано мною в статье еще в январе 1965 года в журнале «Октябрь». Мы знали о нем. Замечательным популяризатором его творчества здесь, его раннего творчества, был Борис Полоскин, который встречал его тогда, и сегодня он тоже здесь выступит. И Юрий Кукин его тогда встречал, и он тоже здесь выступит сегодня. Но как получилось то, что он, Владимир, сюда к нам попал? Структура клуба «Восток» была такой. Работал художественный совет, мне довелось быть его председателем, и был у нас оргсовет, в который входили главным образом замечательные, активные, очень инициативные женщины. И вот две из этих прекрасных, инициативных женщин, Галя Дроздецкая и Наташа Смирнова, загорелись идеей Высоцкого представить в наш клуб. И узнали, что здесь будут пробы,
Здесь будет начало съемок кинофильма «Интервенция», где он будет участвовать. И сумели к нему пробиться и уговорили наконец-то выступить с полной открытостью, так сказать, вот как барду, не только как актеру, на большой, прекрасной сцене. И вот эти девчата его уговорили, и он 18 января 1967 года здесь выступил. Очень большую роль в популяризации песен Высоцкого в ту пору играл Борис Полоскин. На больших сборищах, на малых ему доводилось, так сказать, часами петь то, что тогда было наиболее известно. То, что тогда называли, ну, скажем, блатными песнями Высоцкого. Хочу вам сказать, что вот когда был первый вопрос, первый концерт, то я задал вопрос Владимиру, вот, чем объяснить его такое увлечение лирикой подобного рода. Он лукаво так посмотрел и объяснил. Дело в том, что когда я, говорит, учился в театральном училище, нужно было проигрывать придуманные мною же этюды. Ну и я входил в образы, скажем, людей из этого мира, ну и сочинял такие песенки. Вот откуда они и взялись. Ну, все мы поняли, что это, так сказать, ответ в значительной степени лукавый, далеко не обо всем он говорил, но тем не менее первая пора, довосточная, в значительной степени была ознаменована именно такими песнями, и вот некоторые из них сейчас покажет Борис Полоскин. Действительно, с песнями Высоцкого я познакомился, ну, заранее, что ли, задолго до личного с ним знакомства, по пленке, которая, как сейчас помню, начиналась с песни «Товарищ Сталин, вы большой ученый». И песни, те, которые прозвучали на этой пленке, они были настолько необыкновенные и свежи, что я, так сказать, все ее и запомнил, и потом с большим удовольствием пел, не знаю, там орал на всех, так сказать, перекрестках. Но потом, когда, ну, Владимира, как-то Володю там называли, пригласили в Восток, то мы вот, Кукин, Толя Яхныч и я, мы его встречали. Мы встречали ее втроем, потому что в лицо не знали, и надо было как-то, ну, втроем думали, что мы все-таки, так сказать, его отловим. Ну и действительно, увидели человека с гитарой. Да, он шел еще вместе с Олегом Стриженовым, так как-то на это обратили внимание. Но потом, значит, его мы проводили в гостиницу «Асторию». Ну, поскольку, значит, песни были такие кондовые и голос хриплый, значит, мы, конечно, взяли бутылку коньяку, значит, чтобы, так сказать, как-то познакомиться, поближе там поговорить, не знаю, значит, порадовать человека. Но Высоцкий был очень оживлен, весел, без конца рассказывал всякие истории. Вот. А насчет коньяка сказал, что, знаете, я сейчас не принимаю, хотя, в общем-то, в принципе, так сказать, приветствую. И мы, значит, эту бутылку выпили с Кукиным, слушая песни Высоцкого. Потому что он нам пел, говорил, вот эта песенка пойдет, например, там, в заповедных и дремучих страшных муромских лесах. Мы так и рты раздвинули. А потом, конечно, сказать, с Кукиным на расхват пели вот эти песни его. Ну, а еще могу сказать, перед тем, как, так сказать, как-то создать ту атмосферу, которая тогда была перед приездом Высоцкого, значит, могу сказать, что во второй приезд он, когда выступал на этой сцене, играл вот на этой гитаре. Я специально, значит, это моя гитара, вот одна из старых гитар, на которой имеется автограф и Галича, и Клячкина.
И, значит, он второй раз был без своей гитары, и ее просто-напросто устроители концерта привезли ему. Вот. Так что, значит, я специально реставрировал к этому концерту вот эту гитару, чтобы уж совсем была та атмосфера, что ли, которая существовала до его приезда. И, значит, по-моему, впервые в жизни, что ли, или в истории, я, так сказать, мне разрешает, я с удовольствием пою вот блатную лирику Высоцкого. Значит, я спою из того большого репертуара, который был у меня тогда, ну и Высоцкого, конечно, песню такую. «Я был душой дурного общества». Я был душой дурного общества, и я могу сказать теперь, моя фамилия, имя, отчество прекрасно знали в КГБ. В меня влюблялась вся улица и весь Савеловский вокзал. Я знал, что мной интересуются, но все равно пренебрегал. Свой человек я был у скокарей, свой человек у щипачей, ей. И гражданин начальник токарев, падла токарев, из-за меня не спал ночей. Ни разу в жизни я не мучился и не скучал без крупных дел. Но кто-то там однажды сучился, скуривился, шепнул на вел, и я сгорел. Начальник вел себя невъедливо, но на допросы вызывал. Я ему всегда приветливо и очень скромно отвечал. Не брал я на душу покойников и не испытывал судьбу. Я, начальник, спал спокойненько и весь ваш мур видал в гробу. А адвокат просил по совести за мой такой веселый нрав, а прокурор просил всей строгости и был, по-моему, неправ. Но дело не было отложено, и огласили приговор, и дали все, что мне положено, плюс 5 мне сделал прокурор. С тех пор заглохло мое творчество, я стал скучающий субъект. Зачем же быть душою общества, когда души в нем, в общем, нет? Ну, известно, что Высоцкий и в своем творчестве, и в песнях, и в актерском творчестве очень умел перевоплощаться. Вот следующая песня, первая, это была... Так она начиналась. Значит, я был душой дурного общества. А вторая начинается. Я был слесарь 6-го разряда. Значит, вот одна была песня, так сказать, рецидивиста веселенького. А вторая, значит, серьезного слесаря. Я был слесарь 6-го разряда. Я получку на ветер бросал. А я всегда получал сколько надо. И плюс премию в каждый квартал. Если пьешь, понимаете сами, должен что это иметь человек. Ну и кроме невесты в Рязани, у меня две шалавы в Москве. Шлю посылки и письма в Рязань я, а шалавам себя и вино. Каждый вечер одно наказание, и всю ночь истязание одно. Вижу я, что здоровье тает, на работе все брак и скандал. Никаких моих сил не хватает, и плюс премии в каждый квартал. Синяки и морщины на роже, и сказал я тогда им, вам им без слов: нафиг вас, мне здоровье дороже. Поищите других фраеров. Если б знали, насколько мне лучше, как мне чудно, но кто б увидал. Я один пробиваю получку и плюс премию в каждый квартал. Спасибо, Борис. Благодарю вас, благодарю строителей за предоставленную возможность петь и вспомнить такие прекрасные песни. Сейчас должна быть интересная фонограмма. Я не знаю, будет она или нет. Как раз... Товарищи, мы завершим первое отделение и начнем второе.
песнями Владимира Высоцкого. Володе Высоцкому 28 лет. Он 6 лет работает актером, из них 2 года в театре на Таганке. Остальное он расскажет сам. Мне бы тоже интересно узнать, изменился мой голос за эти 30 лет или нет, или все-таки узнается. Несколько штрихов для того, чтобы вы представляли себе, в каком настроении он приехал, как все это развивалось и что было дальше. Я прихожу в артистическую, он там сидит над бумажкой, составляет список тех песен, которые хочет исполнить. Я им говорю: «Володя, а вы не могли бы мне показать их?» Дальше все было на полутонах, на таких нюансах. Вот. Я, ну, как бы телепатически ощутил, как у него когти выпущены. Что, цензура, что ли? Хотя ничего не сказано. Ни слова не говоря, протягивает мне эту записку свою. Я говорю вам, что его песни уже кто и порезнал достаточно. Я их посмотрел и говорю: «Володя, вы мне поверьте, я нашу аудиторию знаю достаточно хорошо, поэтому эту песню я бы поставил сюда». То есть я бы переставил их местами с тем, чтобы сначала взять зал, ну а потом уже все пойдет как положено. 1/10 доля секунды раздумий. Короткий ответ: «Согласен». Так, и пишет стрелочку. Ну хорошо, пошли. И по дороге он мне говорит: «У меня просьба. Когда я буду исполнять песни с очень большим звуковым наполнением, очень громко, дайте, пожалуйста, мне после этого отдохнуть, то есть начните задавать вопросы». «Хорошо. Какие?» Короткий ответ: «Любые». «Отлично». Ну и вот, я не знаю, будут у нас там дальше эту фонограмму показывать или нет, вот идет концерт, он очень, так сказать, интенсивно исполнил песню, вот, после которой, так сказать, вот метнул в меня взгляд, я понял и начал задавать ему вопросы. Причем он сам говорит любые. Ну хорошо, например, самый трудный вопрос. Вот вы и автор слов, и композитор, и исполнитель. Что идет впереди? Что у вас, с чего начинается песня? Блистательный ответ. Я думаю, сегодня вы его услышите. Ну и целый ряд вопросов в разбивку, самых неожиданных, с тем, чтобы он, во-первых, физически отдохнул, а во-вторых, чтобы, так сказать, все шарики и ролики закрутились еще лучше. Прекрасно. Все получилось так, как нужно. То есть вы увидите, здесь будут кинофрагменты. Вот, зал принял исключительно. И когда мы потом туда удалились, он уже веселый, раскованный, оживленный. Я ему говорю там на площадке: «Володь, сейчас вас захвалят в дребезги. Вот. Но пока этого не произошло, объясните мне историю с географией». Ну, он так благодушно: «Что же?» Я говорю: «Ну вот песня про боксера. Удар, удар, еще удар, еще удар. И вот Борис Буткеев, Краснодар, проводит апперкот». Дальше: «Но он пролез, он сибиряк, настырные они». Я спрашиваю: как это вяжется? То есть он Буткеев, Краснодар, и он сибиряк. Мгновенная, в 1/10 долю пауза, я вижу, как у него все там завращалось, и он выдает блистательный ответ:
Так это он родом из Сибири, а сейчас он учится в Краснодаре. Все, прекрасный ответ. Ну, то есть вы видите, насколько мгновенная реакция у человека. Вот, то есть здесь даже практически не было паузы. Ну, так вот. Потом были прекрасные наши посиделки там внизу в кафе, где он много пел и другого. Во всяком случае, этот первый концерт, первый официальный концерт, имел грандиозный успех. И потом Высоцкий приезжал к нам неоднократно и сюда, на эту сцену, и за город, вот куда наши, опять же, замечательные женщины, так сказать, вытаскивая его с гастролей, вот с неимоверно тяжелых гастролей театра на Таганке здесь вот, увозили на озера, и там мы в такой прекрасной атмосфере, скажем, лесного отдыха проводили время, и там уже он пел, так сказать, от души, как только мог. Итак, все мы прекрасно знаем, как трудно исполнять его песни. И сейчас мы услышим человека, которому это удается. Владимир Ульяновский. Жил я с матерью и с батей на Арбате, век бы так. А теперь я в медсанбате, на кровати весь в бинтах. Что нам слава, что маклава, медсестра и целый свет. Помер мой сосед, что справа, то, что слева, еще нет. И однажды, как в ударе, тот сосед, что слева мне, вдруг сказал: послушай, парень, у тебя же ноги-то нет. Как же так, не братцы? Он, наверное, пошутил. Мы отрежем только пальцы, так мне доктор говорил. Но сосед, который слева, все смеялся, все шутил. Даже если ночью бредил, все про ногу говорил. Издевался, мол, не встанешь, не увидишь ты жены. Посмотрел бы ты, товарищ, на себя со стороны. Как бы был я не калека и слезал с кровати вниз. Я тому, который слева просто в глотку перегрыз. Умолял сестричку Клаву показать, какой я стал. Был бы же сосед, то есть право, он бы правду мне сказал. Значит, песня и для того же фильма написанная «Звезды». Мне этот бой не забыть ни почем. Смертью пропитан воздух, а с небосклона бесшумным дождем падали звезды. А с небосклона бесшумным дождем падали звезды. Вот снова упала, и я загадал выйти живым из боя. Так свою жизнь я поспешно связал с голубой звездою. Так свою жизнь я поспешно связал с голубой звездою. Я уж решил, миновала беда, и удалось отвертеться. Но с неба скатилась шальная звезда прямо под сердцем. С неба скатилась шальная звезда прямо под сердцем. Нам говорили, нужна высота и не жалеть патроны. Вот покатилась вторая звезда вам на погоны. Вот покатилась вторая звезда вам на погоны. Звезд этих в небе, как рыбы в пруда, хватит на всех с лихвою. Если б не насмерть, ходил бы тогда тоже героем. Если б не насмерть, ходил бы тогда тоже героем. Я бы звезду эту сыну отдал просто на память. В небе висит, пропадает звезда, некуда падать. В небе висит, пропадает звезда, некуда падать. Этот вечер действительно очень интересен тем, что в нем принимают участие те же
люди, что имели отношение к первому концерту. Сейчас я предоставлю слово Юрию Алексеевичу Кукину, но перед тем расскажу одну историю, которую не знаю, известна Юрию Алексеевичу или нет. Вот, Юр, слушай меня, и я хочу узнать, она тебе известна или нет. История была такова. Страстно увлекшись песнями Высоцкого, Юрий Алексеевич в своих поездках по стране пропагандировал их. Он пел их и там, и сям, где только ему не казалось это нужным. И вот однажды где-то в Сибири спел он песню «Страшно аж жуть». А там есть такие слова: «Ведьмы мы, али не ведьмы, патриотки, али нет». Тотчас это было взято на карандаш, и потом мы узнали, размотали, кто это даже сделал. Пошло сообщение, значит, в Центральный комитет Коммунистической партии о том, что в Ленинграде существует некий клуб нелитованной песни и рассылает своих эмиссаров с тем, чтобы пущать пропаганду. Ну, и приехали сюда никто, а члены ЦК. Ну, взяли все документы, там посмотрели пленки, записи, все такое, вроде все нормально. Вот, и говорят: вот тут у вас на днях концерт будет, так вот мы и посидим на концерте. Ну, прекрасно. Расселись тут, значит, тогда шестой ряд был поближе, сидят в черных костюмах официально. Я никому из выступавших об этом не рассказываю, что они здесь будут сидеть. Одни будут, так сказать, трепетать, другие, наоборот, эпатировать. Зачем это? И в это время тут у нас выступает Александр Дулов и начинает... Нет, не Дулов, а Чесноков приезжает с песней Дулова и начинает залом разучивать песню «Однажды хромой король возвращался с войны». Вот. И спели всем залом, прекрасно, но вижу... ЦК потеплело, вот, а Чесноков думает еще лучше, говорит: а теперь давайте мы споем это таким образом. Вместо терлим-терлим, тим-тим-пам-пам, вот, мужчины будут петь «Соловей-соловей-пташечка», а женщины будут петь в это же самое время «Милый мой, ах, милый мой, возвращайся ты домой». Начали. Получилась такая восхитительная какофония, гляжу, ЦК поет. Так? Потом, когда задвинули занавес, приходят: большое спасибо, что взяли это дело в надежные руки, и клуб наш остался существовать. В то время, как подавляющее большинство клубов по всей стране закрыли. Таким образом, благодаря своевременному выступлению Юрия Алексеевича Кукина, благодаря доносу, посланному на нас, наш клуб процветал и продолжал свое существование. Пожалуйста, Юренька. Здравствуйте. Я рад, что мне предоставили возможность немножко рассказать о своем знакомстве с Владимиром Семеновичем, а также спеть парочку песен, связанных с его именем, с его творчеством. Но Боря Полоскин уже рассказал, я тоже участвовал в этой встрече, когда Высоцкий приезжал сюда впервые. Но мне было поручено встречать Высоцкого вместе с Борей и с Толей Яхновичем, потому что я-то как раз его в лицо знал. Его в лицо никто не видел, а я выступал в Политехническом музее в Москве на первом таком публичном выступлении бардов. И с Высоцким там познакомился. И мне вот как раз, когда мы его не узнаем, его в кино тогда еще не снимали. И вот мы встретили. Боря говорил, что там был этот Олег Стриженов и Высоцкий. Высоцкий шел с огромным чехлом, в нем была гитара, и мы повели его в Асторию. Мы сами никогда не были в хороших гостиницах тогда, но мы, значит, решили, раз уж Высоцкий приехал, заказать Асторию. Дорогой номер, там все. Встретили Высоцкого и делали вид, что мы всегда так встречаем всех, что у нас такой клуб «Восток», что богатые возможности. Ну, значит, повели его в Асторию. Высоцкий вошел в лифт, мы, у тебя история заказана, вошел в лифт и сразу ошалел. Он стал лифт руками внутри щупать, а там зеркала настоящие, вот золотой распил. Вот это лифт, честно, смотрит лифт, трогает. Поднялись наверх, вводим в номер. В номере висит картина.
Он говорит: «Господи, подлинник!» Смотрит направо, а там Альков. Говорит: «Мать честная, Альков!» И я понял, что он никогда тоже, как и мы, не жил в хороших номерах со своим театром «Таганки». А мы говорим: «А у нас всегда так, это у нас так принято, что...» Он говорит: «Вот живут ребята в таком вот, что...» Альков. И тут же достает из чехла свою гитару. Эту гитару он купил, обхаживал целый год какую-то даму. Это была гитара князя Гагарина. А чехол был метра полтора такой, здоровый деревянный чехол. Я никогда Высоцкого с таким чехлом не видел, вообще и потом. Ну вот, он открывает, и там открывает чехол огромный, лежит вот такая гитара. Малюсенькая-малюсенькая, как скрипка вот такая вся. В поролоне вся. Он достает, вот я, говорит, сейчас я вам на ней играть не буду. А говорит, а я потом... у нас были с собой гитары тоже, мы так специально потом ехали на концерт. Вот, и значит, он говорит: а потом я на концерте впервые на этой гитаре сыграю. И достал и показал гитару. У гитары вот эти эфы были как у скрипки вот такие. Нижняя доска выгнута, гриф тоненький такой, длинный, и выпуклый немножко, узкий. Мало того, разметки никакой, точек никаких не было. Я еще тогда думал, как он играть будет? А гитара князя Гагарина романсовая, цыганская гитара. То есть, когда там дерево специальное, там так они же как играли раньше? По нотам, там возьмет аккорд и держит его. Говорит: «Я встретил вас». А гитара поет, там дерево держит звук. Ну вот, он, значит, такой гитарой. Вот приехал сюда выступать, я на концерте был. Открыл чехол, эту гитару взял. И так, и восьмеркой своей... Как по ней засадил, так корабли постоят и ложатся на курс. И они возвращаются сквозь непогоду. Гитара заплакала, завыла, застонала. Звуки все смешались. Они восьмеркой в жизни не играли никогда. Она заплакала. Хаос пошел. Высоцкий так играет, а там эти самые гриф не размеченный. Он стал, перестал попадать в аккорды. Он смотрит, куда там остановился. Говорит: «Ребята, у кого есть гитара за 9 рублей?» Ему из зала притащили гитару, он ее убрал, и больше они никогда в жизни не играл. Мне сказали, через год он ее продал. То есть он сказал, гитара должна быть в руках мастера. Оказалось, что эта гитара не рассчитана на манеру игры Высоцкого, она романсовая. Это вот была первая встреча. Вот это я про встречу с Высоцким. Но такая натуральная встреча с творчеством Высоцкого у меня была тоже не совсем такая обычная. Я был в экспедиции, Высоцкой песни не слышал никогда. А в экспедиции меня сначала учили песням Окуджавы, новеллы Матвеевой, таким эстетическим. И я так слегка воспитанный. А потом мне ребята спели Высоцкую песню. Вот первая песня Высоцкого, которую я услышал, и первое мнение о нем я получил такое. Песня была такая. Это первая песня и самого Высоцкого, в общем-то. Он впервые такой писал на стихи Игоря Кохановского. Я спою, как смогу, и как я тогда слышал, как пели геологи, а не Высоцкий. Поэтому я ее спою в этом ключе. Вот такая песенка. Я один куплет не помню, спою все, что помню. Клены выкрасили город колдовским каким-то цветом, значит, снова очень скоро бабье лето, бабье лето, значит, снова очень скоро бабье лето, бабье лето. На меня сердита мама, что меня ночами нету, что я слишком часто пьяный бабьим летом, бабьим летом, что я слишком часто пьяный бабьим летом. Я ж кручу напропалую самой ветреной из женщин, я всегда хотел такую и не больше, и не меньше, я всегда хотел такую, и не больше, и не меньше. Я давно уж не был дома, спутал ночи и рассветы. Это омут, мама, это омут, бабье лето, бабье лето, это омут,
это омут, бабье лето, бабье лето. Юрочка, еще одну песню. Да-да-да. Вот после этого, на фоне Галича, на фоне Акуджавы, на фоне новеллы Матвея подумал, ну что, какой-то автор, то ли лирика, то ли какая-то приблотненная, какая-то такая танцевальная эстрадная песня, стихи Кохановского, пел не Высоцкий, пели ребята. Я не заметил Высоцкого, думал, ну, просто песенка, хорошая, там «Бабье лето» уже тогда пели, как я приехал, она была популярная в разных таких кругах. Ну вот, и через несколько лет, через года два, Женя Клячкин приносит мне, или через год, я у Жени Клячкина узнал кассету, где вот это «Уголовный кодекс», потом «Вологда, Вологда», это вон где. И я почувствовал, совсем другой автор, и песня другая, и поет не так. А потом постепенно, конечно, я уже когда узнал, что такое Высоцкий, это совсем другое, конечно, никакой не «Бабье лето», это серьезный, интересный и могучий автор. И вот я спою еще одну песенку. Если я Высоцкого не пел песню уже лет 15, поскольку после Высоцкого петь трудно, тем более, что все это уже известно. Но вот я видел спектакль «Высоцкий», ну, «Таганки». И там была такая сцена, где Олег, вот это как его, Золотухин-то как его зовут? Валерий. Валерий Золотухин, вечер был после смерти Высоцкого, там спектакль, где Валерий Золотухин изображает пьяного демобилизованного солдатика, такого без погон, послевоенные дела, он пьяненький, и он на сцене танцует чечетку мячиком, так. Танцует мячиком чечетку, так покачиваясь, и под эту чечеточку он поет такую песню. Пьяного такого солдата по вагону с таким песней, но как вот это уже Высоцкий, написано Высоцким песня. Я попробую спеть, если слова забуду, подскажите, кто-нибудь из зала, но я попробую, я не пел давно эту песню, но я экспериментнул. Я полмира почти сквозь сплошные бои прошагал и прополз с батальоном. Обратно меня за заслуги мои санитарным везли эшелоном. Подвезли на родимый порог, на полуторке к самому дому. Я стоял и немел, а над крышей дымок подымался совсем по-другому. Окна словно боялись в глаза мне взглянуть, и хозяйка не рада солдату. Не припала в слезах на широкую грудь, а руками всплеснула и в хату. И залаяли псы на цепях. Я прошел в полутемные сени, за чужое за что-то, споткнувшись в потьмах, дверь рванул, подкосились колени. Там сидел за столом и на месте моем неприветливый новый хозяин. И фуфайка на нем, и хозяйка при нем, вроде псами не зря я облаян. Я себя в пояснице согнул, силу воли позвал на подмогу. Извините, товарищи, что заглянул по ошибке к чужому порогу. Значит, мир да любовь и всего вам на стол, чтобы счастье по дому ходило. Но он даже ухом в ответ не повел, вроде так и положено было. Закачался некрашенный пол, я не хлопнул дверьми, как когда-то. Только окна открылись, когда я ушел, и взглянули мне вслед виновато. Спасибо, Юрочка. Спасибо. Сейчас у нас будет клип, а я хочу заметить в связи с этим, вот как текст становится фольклорным.
Каждый поет так, как ему видится. Например, вот мы сейчас видели самостоятельную обработку. Юрий Алексеевич поет: «Я всегда хотел такую». У Высоцкого: «Я всегда искал такую». То есть здесь большой простор, так сказать, для авторских импровизаций. Сейчас будет клип, поет Высоцкий, а фотографии с концерта именно того, чью годовщину мы празднуем. Прошу вас. Тропы еще в Антимир не протоптаны, но как на фронте держись ты. Бомбардируем мы ядра протонами, значит, мы антиллеристы. Нам тайны и раскрытые раскрыть пора, лежат без пользы тайны, как в копилке. Мы тайны эти с корнем вырвем у ядра, на волю пустим джина из бутылки. Тесно сплотились коварные атомы, ну-ка попробуй прорвись ты. Живо погоням в погоню за квантами, значит, мы квантолеристы. Нам тайны и раскрытые раскрыть пора, лежат без пользы тайны, как в копилке. Мы тайны эти с корнем вырвем у ядра, на волю пустим джина из бутылки. Пусть не поймаешь нейтрино за бороду и не посадишь пробирку, но было бы здорово, чтоб Пантекорова взял его крепче за шкирку. Нам тайны и раскрытые раскрыть пора, лежат без пользы тайны, как в копилке. Мы тайны эти с корнем вырвем у ядра, на волю пустим джина из бутылки. Жидкие, твердые, газообразные, просто, понятно, вольготно. А с этой плазмой дойдешь до маразма, и это довольно почетно. Нам тайны и раскрытые раскрыть пора, лежат без пользы тайны, как в копилке. Мы тайны эти с корнем вырвем у ядра, на волю пустим шина из бутылки. Молодо, зелено, древность в историю, дряхлость в архивах пылится. Даешь эту общую, эту теорию элементарных частиц нам. Нам тайны и раскрытые раскрыть пора, лежат без пользы тайны, как в копилке. Мы тайны эти скоро вырвем у ядра, на волю пустим джина из бутылки. Вот так это было. И сейчас мы постараемся еще раз попробовать воссоздать интонации живого голоса. Опять приглашаем на сцену Володю Ульяновского. Я спросил тебя, зачем идете в гору вы, а ты к вершине шла, а ты рвала собой. Ведь Эльбрус из самолета виден здорово, рассмеялась ты и взяла с собой. И с тех пор ты стала близкая и ласковая, альпинистка моя, скала ласковая. Каждый раз меня из пропасти вытаскивая, улыбалась ты, скала ласковая. А затем за эти чертовые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две короткие затрещины, но не обиделся, а приговаривал. Ой, какая ж ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скала ласковая. Каждый раз меня по трещинам выискивая, и бронила меня, альпинистка моя. А затем при каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Ведь страховала ты меня с наслаждением, альпинистка моя.
Утоперчивая, ой, какая же не близкая, не ласковая. Альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая. Ты ругала меня, скалолазка моя, за тебой тащил, тянулся в гору из последних сил. Вот уж близко ты, вот рукой достать. Вот долезу и скажу, довольно, милая, но сорвался вниз, ну, не успев сказать. Ой, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя. Мы теперь с тобой одной веревкой связаны, стали оба мы скалолазами. Еще удар, еще удар, и вот Борис Будгеев, Краснодар, проводит апперкот. При счете 7 я на полу, рыдаю землячки. Настаю, ныряю, ухожу, и мне идут очки. И думал Будгеев, мне ребра кроша, что жить хорошо и жить хороша. А в зале рев, а в зале звиск, Будгееву антрус. Будгеев лезет в ближний бой, а я канатом жмусь. Он сибиряк, здоровый черт, настырные они. И я шепнул ему, чудак, устал ведь, отдохни. Но не услышал, мне челюсть круша. И жить хорошо, и жизнь хороша. А он все бьет, здоровый черт, я вижу бить беде. Ведь бокс не драка, это спорт отважных и ЧП. Вот он ударил раз, два, три. Напрасно в зале мне кричат, что силы берегу. Бить человека по лицу я с детства не могу. Вот он ударил раз, два, три, и вдруг упал, нету сил. Не поднял руку рефери, которой я не бил. Лежал он и думал, что жить хороша. Кому хороша, а кому не очень. Прежде чем мы посмотрим следующий видеосюжет, я должен ответить на некоторые записки, которые получил. Сказал бы так. Одна из них, ну, весьма необычна по форме. В международных отношениях принят срок 30 лет, после которого можно раскрывать то, что не было известно до того. Что бы вы могли подобного образа рассказать о Высоцком? 30 лет, действительно, ну что же. Расскажу. Есть у меня очень хороший приятель, болгарский высшей квалификации журналист, Любен Георгиев, который очень много общался с Владимиром Высоцким, написал о нем книжку, изданную в Болгарии. Здесь был вхож в самые разные дома. И вдруг однажды, приезжая в Ленинград, он передает мне пакет. Я спрашиваю: «Любен, что такое?» Он загадочно улыбается. Это было уже после смерти Высоцкого. Прочитай. Я читаю стихи, похожие на Высоцкого по стилю. Спрашиваю: «Любен, что такое? Как это так?» И вот он какую историю мне рассказывает. Я сейчас цитирую дословно, как диктофон. Есть в Болгарии, была в Болгарии поэтесса Татьяна Георгиева. Не родственница, однофамилица его. Такая замкнутая девушка, лет по 30, потеряла родителей и ходила в школу общения с умершими родителями. В Болгарии есть такой институт под рукой бабки Ванги. Там это достаточно широко практиковалось. И вот это
одинокая девушка, уже достаточно подготовленная к встрече с представителями иной реальности, вдруг слышит, что ей, с нею начинает разговоры богатый, густой мужской голос. Общение идет на телепатическом уровне, она его понимает, и он ее понимает, хотя, как потом оказалось, он говорит на русском языке, а она русским не владеет. Раза два выходил он так на канал, а потом попросил, на канал связи, потом попросил записать под его диктовку несколько стихотворных текстов. Она записала. Не владея русским, следовательно, она никак не могла это фальсифицировать, а там были даже элементы московского арго. И потом сказал, что вот с ней беседовал Владимир Высоцкий, русский поэт и автор. И Любен Георгиев, зная о наших добрых отношениях с Владимиром Высоцким и о моем интересе к нему, и желая меня утешить в известной степени. Почему утешить? Потому что в июле 81 года на седьмом съезде Союза писателей СССР я выступил и сказал, что наша культура имеет огромный резерв наследия Высоцкого. На следующий вечер я был отлучен уже надолго и от радио, и от телевидения, и все такое. Значит, журналисты это знали. И вот Любен мне приносит эти вот самые тексты, продиктованные Высоцким уже после ухода из этой жизни. Вы, так же, как и я, все достаточно, так сказать, воспитаны в суровых материалистических условиях. Я отдаю эти тексты на экспертизу самому крупному знатоку текстов у нас Высоцкого, Андрею Крылову. Это вообще выдающийся человек, который имеет все концерты Высоцкого, где бы они ни были, хронологически зафиксированы. Через компьютер он пропустил все эти концерты и увидел, как работал Высоцкий над своими песнями, как они менялись, в конце концов, пока приобретали тот вид, который является последним. То есть это текстология высшего класса, не на бумажках, а по реальному исполнению. Я отдал Андрею это на экспертизу. Тот в полной растерянности говорит: безусловно, здесь есть черты, которые присущи только Высоцкому и никому другому. Это как отпечатки пальцев. Но я полагаю, говорит он, что это тоже черновые заготовки. Это еще не то, что было, так сказать, отшлифовано. Значит, вот сейчас я вот готов вам это рассказать. Тексты лежат у меня. То есть все мы имеем какое-то количество текстов прижизненных, но, значит, есть и послежизненные. Еще что бы я хотел рассказать о том, что с истечением такого срока можно говорить, нужно говорить. Дело в том, что у меня, как у представителя нашего движения, были очень сложные отношения с Мариной Влади, яркой актрисой, любимой женщиной Высоцкого, которая после, я не буду говорить о ее роли при его жизни, но после его смерти начала играть не лучшую роль, на мой взгляд. Здесь в Союзе было настороженное отношение к Высоцкому. Так что она сделала? Она отдала его стихотворение в жутко, откровенно, так сказать, вот, антисоветские издания. И те, конечно, с удовольствием это печатали. После чего здесь, так сказать, Бонн сказали: ах, они его берут себе, так вот пусть он у них и будет. Ну, и мне пришлось послать ей закрытой почтой, там, через знакомых, письмо вот с достаточно резкими словами о том, что с любимыми людьми так не поступает, и показать ей некоторые другие пути, которыми она могла бы продвигать ее творчество. Она побурчала, но прислушалась. И действительно,
через Роше, генерального секретаря, она подействовала на наших, крупнопоставленных лиц, и начались публикации Высоцкого у нас тоже. Но все-таки, опять же, к этой Марине Владе. Она издала книжку автобиографическую, в которой Высоцкий, в общем, как мальчик в панталонах при ней великой. Не знаю, как вам, но меня эта вещь возмутила до нельзя. И мы приложили много усилий для того, чтобы добиться, заставить, и в прогрессе издали нашу книжку о том, как мы понимаем Высоцкого, поэта, человека, барда, которая вышла и на русском, и на английском, и на французском языках. То есть вот через 30 лет я могу говорить о том, что не все так просто, можно было бы еще говорить. Я хочу сказать, что во всяком случае не одна, а несколько тех замечательных востоковских женщин присутствуют сейчас здесь в нашем зале, и это тоже прекрасно. И вот эту гитару Гали Астафьевой, которая присутствует здесь, подарил Высоцкий после спектакля «Гамлет» в 1972 году. И вот что еще хочу сказать. Очень часто, чрезвычайно часто Высоцкого просили исполнить песню «Солдаты группы «Центр». И опять-таки, наверное, это будет не всем известно, хочу сказать, что мне довелось провести такой испытательный тест. В 70-е годы, при его жизни еще, мне пришлось ездить по университетам Германии с рассказом о такой необычной, непривычной для них форме народного творчества, как авторская песня. И просил студентов и профессоров, слушая песни, ставить свои знаки предпочтения. На пленке было песен, я думаю, 20 лучших, на мой взгляд, песен наших авторов. И в 4 или 5 университетах, в которых я это показывал, без всяких конкурентов на первом месте стояла песня «Солдаты группы «Центр». Мы попросим ее сейчас исполнить великолепного нашего исполнителя востоковского Виталия Сейнова. Но я хочу добавить, вот Юрий Андреевич, значит, что «Центр» никогда не проходил по Украине. Он был в Беларуси. Неважно, историческая неточность этого человека, он был поэтом. Поэтому ему прощается все. И, собственно, я считаю, что этот человек, который был вот среди нас, он умер, но он оставил след, яркий след, именно своей эмоциональностью. Может быть, неточности какие-то, которые можно разбирать потом, могут быть высоковеды, понимаете? Я попробую исполнить эту песню. Солдат всегда здоров, всегда тогда готов, и пыль, как из ковров, мы выбиваем из дорог. И не остановиться, и не сменить ноги, сияют наши лица, сверкают сапоги, повышенные равнине за метром метр. Идут по Украине солдаты группы «Центр» на первый, второй, рассчитайся. Первый, второй. Первый шаг вперед и в рай. Первый, второй. А каждый второй тоже герой в рай попадет. Вслед за тобой первый, второй, первый, второй, первый, второй. А перед нами все цветет, за нами все горит. Не надо думать, с нами тот, кто все за нас решит. Веселые, не хмурые, вернемся по домам. Невесты белокурые, награды будут нам.
Все впереди, ханыне, за метром метр идут по Украине солдаты группы «Центр». На первый, второй, рассчитайся, первый, второй. Первый шаг вперед и в рай, первый, второй. А каждый второй тоже герой в рай попадет. Вслед за тобой, первый, второй, первый, второй, первый, второй. Завершаем наше первое отделение. Мы тоже совершенно уникальным историческим кадром. Сейчас много и пленок, и дисков, и фильмов, посвященных авторам самодеятельных или авторских песен. Но вы сейчас увидите фрагмент из самого первого фильма, посвященного авторской песни, и что чрезвычайно важно, фильм этот «Срочно требуется песня» снимался здесь, и великой нашей удачей является то, что снят был тогда и Высоцкий с его ярчайшей песней «Парус». Песню, с которой я начинал работать в кино, вообще в кино. Совершенно неожиданно для нас всех, собравшихся в Ленинграде в одном из клубов и демонстрировавших свои песни друг другу, оказалось, что ленинградские кинематографисты с научно-популярной студии сняли весь этот вечер. Тогда я пел песню, впервые написанную, по-моему, накануне, буквально за день, которая называется «Парус». В ней, в отличие от многих моих вещей, нет сюжета. Эта песня просто набор беспокойных фраз. Ну, если говорить, это о нашей причастности и ответственности за все, что происходит в этой жизни, в мире, в этом, на всем, теперь в таком маленьком нашем шаре. А у дельфина срезано брюхо винтом, выстрела в спину не ожидает никто. На батарее нету снарядов, уже надо быстрее. На вираже парус, порвали парус. Каюсь, 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 даже в дозоре можешь не встретить врага, это не горе, если болит нога. Петли дверные многим скрипят, многим поют. Кто вы такие? Вас здесь не ждут. Парус, порвали парус. Каюсь, каюсь, каюсь. Многие лета тем, кто поет во сне беда, гореть в огне, все континенты могут лежать на дне, только все это не по мне. Но парус, порвали парус. Каюсь, каюсь, каюсь. Я лирических песен не пою. Дело в том, что мы давно хотим сделать программу вот из моих песен, еще несколько человек, но пока почему-то этого не получается, потому что, видимо, люди, хотя их не смущают и тексты, и как это делается, но почему-то они все-таки считают, что все-таки вот профессионалы, это все-таки лучше, потому что надежнее, все-таки это профессионалы. Но... И, конечно, все наши песни... Вы видели Виталия Синова в последнем кадре. Мои дорогие, нас ждет удивительно интересное второе отделение. Нам надо успеть еще очень много услышать и увидеть. Перерыв. Тогда начнем.
80-й год, понятно, что было у нас в театре, это вам тоже всем известно, а к 81-му году, к 25 января, мы торопились сделать спектакль, посвященный Владимиру Высоцкому. Он так и назывался «Владимир Высоцкий», сделанный по песням и стихам Владимира Высоцкого. Хотели так отметить день рождения своего коллеги, актера. Но так получилось, что когда начальство услышало про то, что этот спектакль вообще в принципе намечается даже, началось то, что должно было начаться, нам стали запрещать это делать. Были жуткие скандалы, с нашей стороны было. Мы нелегально его, так сказать, не объявляя, показали один раз своим близким там и, ну, тем людям, которых мы уважаем. Про это услышало опять же начальство, про этот подпольный показ. И в результате спектакль приказал долго жить. И вся наша борьба за возобновление этого спектакля ни к чему не приводила. Возникла проблема, как справлять день рождения Высоцкого. Вы не делайте ничего с микрофоном, я сам разберусь. Спектакль нельзя показывать. Тогда мы решили, тем не менее, день рождения продолжать праздновать и придумали такой вот ход. Придумали, мы стали, лично я тоже, обзванивать, ну, скажем так, больших людей искусства нашей страны с просьбой принять участие в неком таком концерте, посвященном дню рождения Высоцкого. И когда, скажем, я лично звонил кому-то там, скажем, великой балерине, великому пианисту, он всегда задавал вопрос, а что я буду делать, я же Высоцкого, у меня нет ничего не посвятить ему. На что мы говорили, а и не надо, вот сделайте так для себя, придумайте, что будто бы сам юбиляр сидит в зале, и вот вы посвящаете ему, хотите Шопена, хотите там Адажио из балета, это всем очень понравилось. Действительно, приходило много людей, были замечательные концерты, что-то говорили про него, пока в конце концов, после долгого времени, появился спектакль. Я когда ехал к вам сюда, я думал, как я буду себя вести вот здесь на сцене. Я подумал, что это хорошая вообще вещь перед днем рождения Высоцкого, подумать, что он сидит в зале и вроде как посвятить ему. Я даже придумал такую странную фразу, типа говорить, скажем, «А помнишь, Володя?». Но потом я понял, что это, во-первых, очень нескромно, два чересчур выспренне, ну и немножко так сентиментально чересчур. Поэтому я этого говорить не буду, но вам предлагаю вот эту фразу, а помнишь, Володя, как-то про себя держать. И тогда у нас, наверное, что-нибудь получится. А вспомнить есть что? Вспомнить придется нам с нашего самого первого спектакля, с которого начался театр на Таганке. Назывался он «Добрый человек из Сизуана» по пьесе Бертольда Брехта. И именно в этот спектакль Владимир Высоцкий вошел как актер. И вот с него мы и начнем. Музыку к этому спектаклю писал я и Борис Хмельницкий. Ну, а стихи я объявлю. Итак, первый зонг из этого спектакля, называется он «Зонг о сером дыме». Первый куплет этого зонга поет старик, то есть человек, который заканчивает свою жизнь, скажем так. Второй куплет поет мужчина средних лет, то есть человек, находящийся в середине жизненного пути. Кстати, этот куплет и пел Владимир Высоцкий. А третий куплет – мальчик и девочка, то есть люди, которые только начинают жить. «Зонг о сером дыме». Покуда не стала вся голова седая, я думал, что разум пробиться мне поможет. Теперь уж я знаю, что мудрость никакая голодный желудок насытить не сможет. И вот я говорю, забудь про все, взгляни на серый дым. Все холоднее холода, к которым он уходит, вот так и ты пойдешь за ним. Все холоднее холода, к которым он уходит, вот так и ты пойдешь за ним. Три шкуры сдирают за честную работу, я поглядел и выбрал кривой окольный путь. Но нашему брату и здесь не дали ходу, теперь я не знаю, куда мне свернуть. И вот я говорю, забудь про все, взгляни на серый дым. Все холоднее холода, к которым он уходит, вот так и ты пойдешь за ним.
Все холоднее холода, которым он уходит. Вот так и ты пойдешь за ним. Надежда не для старых, надеждам нужно время, чтоб их создать сначала, чтоб их разбить потом. Для юных двери настежь, и мы путями всеми через любые двери в ничто пойдем. И вот я говорю, забудь про все, взгляни на серый дым. Все холоднее холода, к которым он уходит, вот так и ты пойдешь за ним. Все холоднее холода, к которым он уходит, вот так и ты пойдешь за ним. Спасибо. Это такие некие пути таганки и пришедшего в театр Высоцкого по поводу, скажем, овладения некой такой таганской, что ли, мелодикой, таганскими аккордами, таганской манерой петь, говорить. Все говорили, что мы все похожи друг на друга в театре на таганке, ставили нам это в вину на сцене, а мы считали, что это заслуга. Вот социальный театр, социальный спектакль, и вдруг в этом спектакле появляется вполне лирическая такая тема, тема главной героини этого спектакля, ее играла Зинаида Славина. Написан этот зонт на стихи Марины Цветаевой. Вчера еще в глаза глядел, а нынче все косится в сторону. Вчера еще до птиц сидел, все жаворонки нынче вороны. Я глупая, а ты умен, живой, а я остолбенелая. О, вопль женщин всех времен, мой милый, что тебе я сделала? Вчера еще в ногах лежал, равнял с китайской державою, в раз обе рученьки разжал, жизнь выпала копейкой ржавою. Увозят милых корабли, уводит их дорога белая, и стон стоит вдоль всей земли. Мой милый, что тебе я сделала? Вот что ты, милый, сделал мне? Мой милый, что тебе я сделала? Вот что ты, милый, сделал мне? Мой милый, что тебе я сделала? Вот такой случай в жизни, событие, что одну и ту же роль в этом спектакле, роль главного героя, мужчины, безработного летчика, играли сначала Николай Губенко в самом начале, потом, по случаю его болезни, срочно ввелся я на эту роль, а потом, когда я ушел снимать кино, на эту же роль ввелся Владимир Высоцкий. Так получилось, что мы втроем сыграли одну и ту же роль. У этого героя есть свой зонг. Основной зонг в этом спектакле – это стихи Брехта. Называется он «День святого никогда». В этот день берут за глотку зло, в этот день всем добрым повезло, и хозяин, и батрак все вместе шествуют в кабак. День святого никогда, тощий пьет у жирного в гостях. Речка свои воды катит вспять, все добры про злобных не слыхать. В этот день все отдыхают, и никто не понукает. В день святого никогда вся земля, как рай, благоухает. В этот день ты будешь генерал, ну а я бы в этот день летал. В ванку ладится с рукой, ты же обретешь покой. В
день святого не когда, женщина, ты обретешь покой. Мы уже не в силах больше ждать, потому-то и должны нам дать людям тяжкого труда день святого никогда, день святого никогда, день, когда мы будем отдыхать. Спасибо. Еще один зонг, это хоровая песня. Я хочу вам показать по той простой причине, что, по-моему, этот зонг, который писался в те самые темные времена, когда мы должны были эзоповым языком намекать зрителям, про что мы намекаем. Вот. Сейчас, по-моему, этот зонг имеет такое довольно современное звучание. Это тоже Брехт. Называется он довольно так страшновато. Он называется «Зонг о баранах». Бараны в ряд, бьют барабаны, кожу для них дают сами бараны. Меня учили в школе закону мое, не твое. Когда я всему научился, я понял, что это не все. У одних был сытный завтрак, другие кусали кулак. Вот так я впервые усвоил понятие «классовый враг». Шагают бараны в ряд, бьют барабаны, кожу для них дают сами бараны. Потом порешило начальство, республику создадут, где каждый будет свободен и сыт, тучен он или худ. Тогда голодный и битый очень возликовал, но толстопузый и сытый тоже не унывал. Шагают бараны в ряд, бьют барабаны, кожу для них дают сами бараны, сами бараны, сами бараны. Почему я хотел его показать? Потому что на самом деле в спектакле шел другой зонг. В училище, где спектакль, дипломный спектакль был, училище Щукинского, его нам петь разрешали. Ну, вроде дипломный спектакль, так он не очень пользуется успехом, там мало народу приходит. Потом образовался театр неожиданно для нас самих. Мы стали играть этот спектакль, и тут набросились, значит, цензоры, своры этих замечательных людей, и категорически попросили этот зонг изъять, который я хочу вам сейчас показать. И мы долго искали стихи, и вот предложили зонг о баранах. Почему-то это вышестоящему начальству понравилось, про баранов, я уж не понимаю, там свои какие-то у них дела. А стоял зонг другой, тоже Брехт. Так. Нам было жалко работы своей, которую мы сделали музыкальной, Брехта было жалко, и мы потихонечку, так втихаря, его внедрили в другой спектакль, который назывался «10 дней, которые потрясли мир». Спектакль о революции по книге Джона Рида. Называется этот зонг «Зонг о властях». Власть исходит от народа, но куда она приходит и откуда происходит, до чего ж она доходит? Что за митинг живосластия? Кто-то спрашивает что-то, задает вопросы кто-то, почему-то от чего-то. Тут, конечно, дали власти очередь из пулемета, и тогда свалился кто-то, как-то сразу от чего-то повалился на землю кто-то. Власти ходят по дороге, кто лежит там на дороге, кто-то протянул тут ноги, труп какой-то на дороге. Да это ведь народ,
да это ведь народ. Да это ведь народ. Ча-ча-ча. Вот таким элегантным способом я вас привел в спектакль «10 дней, которые потрясли мир». Спектакль очень важный для всей нашей труппы и для Высоцкого, в частности. Важен он чем? Потому что до этого Владимир вот ввелся в спектакль, который уже был сыгран, а тут варился спектакль всеми нами. Вообще театр наш отличался тем, что была такая мощная закулисная самодеятельность. Сами писали стихи, музыку, инсценировки, вот какой такой, все вместе работали. И вот Владимир окунулся вот в эту атмосферу, конечно, его родную, потому что он сам автор, и, конечно, вот это вот сочинительство всеобщее, конечно, подкупало. Мы там все играли по много ролей, масса ролей играли там, только успевали переодеваться. И вот здесь Высоцкий впервые себя попробовал как автор театра на Таганке. И происходило это очень интересно. В конце этого спектакля есть сцена, которая называется «За правдой к Ленину». Так вот, Высоцкий там играл такого морячка, который стоит на часах у Смольного и пропускает или не пропускает к Ленину Ходаков там, и всех прочих людей. Ну, такая довольно стандартная картинка. Стоит на часах матросик в бушлате, без козырочки, тельняшечка, винтовочка и почему-то гитара. В 17-м году, можете себе представить, да, у Смольного. Но это Таганка. Вот Юрий Петрович Любимов хотел, чтобы Высоцкий спел какую-нибудь частушку, такую революционную, какую-нибудь тех времен. И Владимир тут же этим воспользовался, вот такой вот лазеечкой, и сам написал для этого матроса, не знаю, частушка, прибаутка, не знаю что. Короче говоря, звучит это так. Вот стоит матросик такой себе с винтовочкой в бушлате, с гитарой, и поет следующее. Всю Россию до границы царь наш кровью затопил, а жену свою царицу Колька Гришке уступил. За нескладуху, неладуху, сочинителю по уху. Сочинитель — это я, а часового бить нельзя. Все. Очень осторожно он это делал. Потом спектакль шел-шел, накатывался, и в конце концов Высоцкий написал для сцены для одной, называлась она «Логово контрреволюции», мы там играли пятерых белогвардейских офицеров, которые в таком раздрызге, так сказать, рушатся, все-все-все, и он написал целиком зонг для этой сцены, которую мы пели все вместе. Кстати, странно, что Владимир считает своей первой песней, написанной для театра на Таганке, вот «Солдаты группы «Центр», вот это вот. Я понял, почему. Потому что это была первая песня для спектакля, из-за которой у него был заключен договор с театром. То есть был официальный договор на написание песни, там, сколько заплатит и все прочее. А в 10 дней писали все, кто умел и хотел, и все это шло на сцену. И такой фиксации официальной для Владимира не было, я думаю, поэтому. Но, тем не менее, это целиком его зонг и музыка, и стихи. Вот так Высоцкий стал полноправным автором театра на Таганке, кроме того, что актер. Итак, «Логово контрреволюции». В куски разлетелась корона, нет державы, нету трона, жизнь России, законы все к чертям. И мы словно загнанные в норы, словно пойманные воры, только кровь одна с позором пополам. И нам ни черта не разобраться, с кем порвать, ни с кем остаться, кто за нас, кого бояться, те пути, куда податься, не понять, где дух, где честь, где стыд, где свои, где чужие, как до этого дожили, неужели на Россию нам плевать? Позор! Всем, кому покой дороже, всем, кого сомнение гложет, может он или не может убивать. Сигнал! И по волчьи, по бычьи, как коршу на добычу, только воронов по кличам пировать. Эй вы! Где былая ваша твердость, где былая ваша гордость? Отдыхать сегодня подлость, пистолет сжимает твердая рука. Конец всему, конец!
все разбилось, поломалось, нам осталось только малость, только выстрелить в висок или во врага. Так, а начало, кстати, музыкальной деятельности в этом спектакле было такое, очень странное. Была такая сцена «Тени прошлого». Мы там, экран нас заслонял от зрителей, сзади фонарями подсвечивались наши тени, проходили всякие там, пардон, а правда сейчас слово хорошее стало, проститутки, проходили какие-то попы, в общем, «Тени прошлого». И проходила группа анархистов. И тоже Юрий Петрович хотел, чтобы была какая-то песня. Вот, ну и Владимир из фольклора вытащил песню. В спектакле пелось там всего два куплета, но я вам спою ее целиком. И так вот анархисты идут, и следующая звучит песня. Ой, а можно так стоять? На Перовском на базаре шум и тарарам, продает все, что надо, барахло и хлам. Баб тряпки и корзины толпами народ, баб тряпки и корзины заняли проход. Есть газеты, семечки каленые, сигареты, а кому лямугон. Есть вода, холодная вода, так пейте же воду, воду, господа. Брюква, дыни, простокваша, морсы, квас на льду, самовар, щи и каш, все в одном ряду. И спиртного там немало, что ни в шаг буфет. Ну что сказать насчет спиртного? Недостатку нет, и есть газеты, семечки каленые, сигареты, а кому лямугон. Есть вода, холодная вода, так пейте же воду, воду, господа. Вот сидит, согнув спину, баб крепко спит, спит, а собачка ей в корзину сделала визит, опрокинула корзину, и торговка в крик. Ну все, проклятая скотина, съела в один миг. Есть газеты, семечки каленые, сигареты, а кому лямугон. Есть вода, холодная вода, так пейте же воду, воду, господа. И вдруг раздался на базаре крик: аэроплан! В лавке кто это постарался, вывернул карман. Ох, ратуйте, граждане хорошие, ну из кармана у меня вытащили грош. Так тебе и надо, не будь такой болван, и нечего тебе глазеть на аэроплан. Есть газеты, сечки каленые, сей, ну и так далее. Я неспроста так довольно подробно про этот спектакль поговорил, потому что действительно после этого спектакля Высоцкий понял, что он остается на Таганке. Он был в разных театрах, менял их, вот нашел свой театр. И это отобразилось в финале всей истории. Финал был такой. Спектакль не принимали. Министерство культуры, управление культуры, шли жесточайшие бои, хотя про революцию, но вот такое неканоническое прочтение революционных событий вызывало в них бешеный гнев. И были жуткие драки. Это кошмар какой-то был. Помогли нам друзья опять. Помогли друзья, физики, литераторы, ученые, в общем, такие вот люди, интеллигенция, которые так дожали все-таки это несчастное управление культуры города Москвы, и спектакль вышел. Ну, естественно, премьера, банкет. И к банкету Владимир написал такое посвящение этому спектаклю «10 дней, которые потрясли мир». Это тоже неспроста, видимо. К остальным премьерам он таких уже вещей не писал. То есть вот эта радость его, видимо, что он приобрел свой дом, свой коллектив единомышленников и так далее, и так далее. Можно много про это говорить. Она вот выразилась в этом вот таком странном, шутливом посвящении. К сожалению, должен сказать несколько слов преамбулы, потому что там используются наши такие домашние дела, которые вам могут быть непонятны. Но все, кто знали этот спектакль, все, кто участвовал в его создании, конечно, все знали. Первое. Рядом с нашим театром в то время существовало такое заведение под названием «Кама» – ресторан. Вот вход в наш театр, 15 шагов вправо, и тут же «Кама». Такое довольно злачное и такое страшноватое, я бы сказал, заведение вот по этому делу. Там очень, ну, жуть, что творилось. Первое. Второе. Спектакль начинался с улицы, от метро. Мы уже там с гитарами, балалайками, гармошками, там на площади уже кричали какие-то частушки. Зритель шел в фойе, там стояли наши ребята в бушлатах и в шинелях, на штыки нанизывали билетики. Следующее, чтобы не забыть. Следующее.
Вот я уже сказал, что спектакль «Управление культуры» очень плохо принимало. Следующее. В этом спектакле был такой зонг, написанный на стихи «Когда нектаром и амброзией». Смысл этого зонга в том, что боги, находясь наверху там, где им положено, пьют нектар, закусывают его амброзией и сверху наблюдают за всеми безобразиями, которые мы делаем внизу. И последнее. У нас в фойе театра висят 4 портрета. Вахтангов, Брехт, Мейерхольд и Станиславский. Мы считаем, что все они хороши, ссорить их не надо, возьми от каждого хорошее, и тогда зритель разберется. Вроде все сказал, если чего не сказал, уж извините. Итак, посвящение премьере спектакль «10 дней, которые потрясли мир». До магазина или камы дойти и проще, и скорей. Но зритель рвется к нам упрямо сквозь строй штыков и патрулей, пройдя в метро сквозь тьму народа, желая отдохнуть душой. Он непосредственно у входа услышит трезвый голос мой. В фойе большое оживление, куплеты песни зрители наш, а двух агентов управления в последний ряд на бельетаж. Спектакль принят, зритель пронят, и пантомимы, и стрельбой. Теперь опять не будет брони и пропусков, само собой. И, может быть, в минуты эти за наш успех и верный ход нектара выпьют на банкете Вахтангов, Брехт и Мейерхольд. И мы, хоть нам немного платят, от них ни в чем не отстаем. Пусть на амброзию не хватит, но на нектар уж мы найдем. Пусть на амброзию не хватит, но на нектар уж мы найдем. Тоже такая интересная попытка. Спектакль «Павшие живые». Вот там, где Владимир зафиксировал свою песню, как он сказал, солдата группы «Центр». Но на этом работа в этом спектакле не ограничивалась. Это спектакль по поэзии поэтов и писателей, прошедших Великую Отечественную войну. И там были стихи, замечательные стихи немецких антифашистов, авторство неизвестное. По стихам вы поймете, почему. Называются это эти стихи «О 10 ворчунах». И вот Владимир написал к ним, к этим ворчунам, музыку, которую мы втроем выходили и пели. Итак, «О 10 ворчунах». Собрались 10 ворчунов, есть чудаки весь 9. Один сказал, что Геббельс врет, и их осталось 9. Решили 9 ворчунов, теперь болтать мы бросим. Один стал молча размышлять, и их осталось 8. Гуляли 8 ворчунов, кругом лесная сень. Один вдруг что-то записал, и их осталось 7. Ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля. 7 ворчунов зашли в кафе чего-нибудь поесть. Один скривился, вот бурда, и их осталось 6. 6 ворчунов шли на парад, один хотел отстать. Его заметил штурмовик, и их осталось 5. 5 ворчунов сидели раз у одного в квартире. Он Мендельсона заиграл, их уже 4. Ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля. Сошлись 4 ворчуна вздыхать о лучшем строе. Но чей-то вздох подслушал сын, и их осталось 3. 3 ворчуна бульваром шли, плелись едва-едва. Один в затылке почесал, их осталось 2. 2 ворчуна берут манькам, давай, мол, поглядим. Один, устав читать, зевнул, и их уже 1. Ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля. Ворчун вот эту песню спел, его могли б повесить, но лишь отправили в Дахау, там встретились все 10.
Адольф решил, но им капут, не будут куролесить, но ворчуны и там, и тут их миллион раз десять. Ля-ля-ля-ля-ля. 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 Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Спектакль «Антимиры», спектакль по поэзии Андрея Вознесенского. Чем он знаменит, так сказать, вот для того, про что я вам рассказываю? Тем, что впервые запелся со сцены не поющийся поэт. Вознесенского считали, что он такой заумный, даже с придурью немножко, в то время считали так. И на него ни один композитор не писал мелодии. Это сейчас много поют Вознесенского, а тогда считал странным такие странные стихи писать музыку. И вот в спектакле «Антимиры» я, Борис Хмельницкий и Владимир Высоцкий, мы написали музыку к этому спектаклю, что, кстати, вначале очень как-то так немножко Бориса Хмельницкого так, ну, как-то, ну, обижало, что ли, так, ну, мол, типа, ну, знаете, рядом живешь, ведь не знаешь, с кем живешь, понимаете, чем, и чем ближе, тем меньше знаешь. Ну, чего он там, типа, три аккорда на гитаре, и он тоже композитор, но время все расставляет по своим местам, так что все в порядке. Итак, вот даже не музыка, а музыкальный ход, придуманный Высоцким, для стихотворения «Первый лед», который сейчас поет Женя Осин. Слышали, да? Такая очень такая... Такая вот песня такая вся, она он так поет там про девочку. А вот что было придумано в театре на Таганке, придумал это Высоцкий. Нас там 16 человек, и все мы... Очень тихо, шепотом повторяли только одно. Вот так вот. Первый лед, первый лед, первый. Вот всю песню. А сверху этого солистка, девочка, пела уже текст. Представьте себе вот этот первый лед, вот этот вот метроном, вот этот вот страшноватый довольно. И сама вещь. Первый лед, первый лед, первый лед, первый лед. Мерзнет девочка в автомате. Прячет в зябкое пальтецо, все в слезах и в губной помаде, перемазанное лицо. Дышит в худенькие ладошки, пальцы льдышки в ушах, сережки. Ей обратно одной-одной вдоль по улочке ледяной. Первый лед — это в первый раз. Первый лед телефонных фраз. Мерзлый след на щеках блестит. Первый лед от людских обид. Подскользнешься, ведь в первый раз. Бьет по радио поздний час. Эх, раз, еще раз. Еще много-много раз. Эх, раз, еще раз. Еще много-много раз. Первый лед, первый лед, первый лед. Первый лед. И в этом же спектакле я сразу должен вам сказать, что я песен Высоцкого не пою. Не по каким-то амбициозным там цеховым причинам. Во-первых, я считаю, что это всегда не то. Я в этом глубочайшим образом убежден. Это было три единства поэта, композитора и исполнителя, что жутко важно для его песен. Поэтому я исполняю все то, что я волею судеб тоже исполнял в театре. Либо мы играли с ним одну роль там, либо вот мы вот хором то, что поем. Поэтому, чтобы не было так это... К чему я это говорю? В этом же спектакле тоже Высоцкий придумал такой, ну, довольно простой, но помогающий стихотворению ход. Стихотворение называется «Ода сплетникам». Так получилось, что вот в какой-то момент Владимир отсутствовал, и как-то уж автоматически он меня заменял в спектаклях, если со мной что-то происходило, а я его. И в результате я тоже это стихотворение читал. Но конструкция вся оставлена автором, естественно, то есть Высоцким. Итак, «Ода сплетникам». Вознесенский. Я славлю скважины замочные, клевещущему и спалать. Все репутации подмочены, трещит трехспальная кровать. У сплетники, у их рассказы, люблю их царственные рты, их уши точно унитазы,
непогрешимы и чисты. И версии урчат отчаянно в лаборатории ушей, что кот на даче у начальника сожрал соседских голубей, что гражданина А в редиске накрыли с балериной Б. Я жил тогда в Новосибирске, в блистанье сплетен о тебе, как пулеметы, телефоны меня косили наповал, и точно тенор анемоны я анонимки получал. Междугородние звонили, и голос, пахнущий ванилью, шептал, что ты опять дуришь, что твой поклонник толстый рыж, что таешь той же льдышкой тонкой в пожатии пышущих ручищ. Я возвращался, на Волхонке лежали черные ручьи, и все оказывалось шуткой, насквозь придуманной виной. И ты запахивала шубку, и пахло снегом и весной. Любимая Наташа, чудо, чистейшая среди клевет, чем траурнее пересуды, тем чище твой высокий свет. Та ложь становится гарантией твоей любви, твоей тоски. Орите, милые, горланьте, да здравствуют клеветники! Смакуйте, дергайтесь от дика! Но почему так страшно тихо? Тебя не судят, не винят, и телефоны не звонят. О, нормально. Я поглядываю сюда, чтобы вас не утомить. Значит, это я должен сделать, думаю, обязательно. Получилось так, что, значит, я закончил высшие режиссерские курсы как кинорежиссер. Там у нас была своя компания людей. И там с нами учился вместе Сергей Тарасов. Наверное, вы знаете такого режиссера. Вот «Стрела Робин Гуда», его по телевизору шли недавно. И он снимал свой фильм. Фильм назывался «Морские ворота», телевизионный фильм. Снимался он в Риге и попросил меня сняться. Значит, я, честно скажу, я не очень стремлюсь на киноэкраны, это уже мои проблемы, но, тем не менее, это так. Ну, тут друг просит, и, главное, он меня чем подкупил. Он придумал, помимо сценария, что этот парень, то есть я, он должен быть таким морским бардом-министрелем, у него какие-то свои песни есть, и он их там по ходу фильма поет. Я, естественно, обратился к Владимиру с просьбой написать эти песни. Заказные, вот что важно очень. То есть каждая песня оговаривалась, зачем она, в какой момент будет звучать, не просто так. Это был 73-й год. И вот что странно, Владимир как-то легко согласился на это, абсолютно, точно по заказам, внимательно выслушав просьбу режиссера, все-все-все, написал 4 песни для меня. Музыку к ней написал композитор Вениамин Баснер. Он писал музыку ко всему фильму и писал для этих песен. Мы записали на фонограмму, под гитару, все хорошо, я их спел, и должны были снимать фильм. И в этот момент телевизионное начальство узнало такой казус, что в фильме будут песни Высоцкого. Но началось, что всегда начиналось вокруг этой фамилии. Запреты, нельзя. Сейчас вы послушаете песни, если вы мне объясните, почему, я буду вам жутко благодарен. Нельзя и все. Мы ездили, показывали фонограммы, тексты. Тут же ничего, тут про любовь вообще, тут нет и все. В результате эти песни погибли для фильма. Тогда я бросился к Юрию Висбору и к Сереже Никитину с просьбой спасти ситуацию, потому что фильм производства, надо снимать, катастрофа. Вот, они очень поняли, в чем дело, так сказать, и Володя был в курсе дела. И они на те же заказы написали свои варианты, которые в кино и существуют. Если он будет идти «Морские ворота», фильм по телевизору в день рыбака, вы послушайте. А я вам хочу показать 2 песни, которые написал Владимир. Одна из них существует в сборниках, вы, наверное, многие ее знаете. Музыка Баснера, повторяю, чтобы не было путаницы, называется она «Два судна». Смысл в чем? Парень влюблен, и он должен спеть под окном у любимой девушки этакую
песню вроде бы не про любовь и не про них с ними, а на самом деле признаться ей, этой девушке, в любви. Ну, сложная такая задача, да, так вот для и поэта вообще. И вот как это сделал Высоцкий. «Два судна» называется это. Всему на свете выходят сроки, а соль морская въедлива, как черт. Два мрачных судна стояли в доке, стояли рядом просто к борту-борт. Та, что поменьше, вбок кривила трубы и пожимала баком и кормой. Какого типа этот тип, какой он грубый, корявый, ржавый, просто никакой. В упор не видели друг друга оба судна и ненавидели друг друга обоюдно. Он в аварийном был состоянии, да и она не новая отнюдь. Так что увидишь на расстоянии, с испугу можно взять и утонуть. Тот, что побольше, мерз от отвращения, хоть был железный, малый, с крепким дном. Все 20 000 водоизмещения от возмущения содрогались в нем. Вконец обидели друг друга оба судна и ненавидели друг друга обоюдно. Прошли недели, их подлатали, по ржавым швам шпаклевкою прошли, и ватерлинией вдоль талии перевязали эти корабли. И медь надраили, краску наложили, пар развели, в салонах свет зажгли, и палубы и плечи распрямили к концу ремонта эти корабли. И в гладкий борт узрели оба судна, что так похорошели обоюдно. Тот, что побольше, той, что поменьше, сказал, вздохнув: мы оба не правы. И никогда я не видел женщин и кораблей прекраснее, чем вы. Та, что поменьше, в том же состоянии, шепнула, что и он неотразим. Большое видится, говорит, на расстоянии, но все же лучше, ежели вблизи. Кругом конструкции толпились, было людно, но оба судна объяснились обоюдно. Хотя какой-то портовый дока их приписал не в тот же самый порт. Два корабля так и ушли из дока, как и стояли вместе к борту-борт. До горизонта шли в молчанье рядом, не подчиняясь ни течениям, ни рулям. Махала ласково ремонтная бригада двум нежелающим расстаться кораблям. Что с ними, может быть, взбесились оба судна, а может, попросту влюбились обоюдно. А вторая, я, честно говоря, не знаю, тут знатоки, наверное, больше, вот, есть ли в сборниках эта вещь. Вот я в тех сборниках, которые у меня есть, я не нашел ее. Была задача такой шуточной, такой, с одной стороны, серьезной. Парень мечтает о дальних странствиях, о морях, такой, знаете, серьезная пиратская песня, такая псевдопиратская. С одной стороны, серьезная, а с другой стороны, все-таки парень взрослый, понимает, что пиратов давно нет, в меру ироничная. Тоже задача трудная, и, по-моему, блестяще это сделал автор стихов. Итак, пиратская. Был развеселый розовый восход, и плыл корабль навстречу передрягам. И юнга вышел в первый свой поход под флибустьерским черепастым флагом, накренившись к воде, парусами шурша, бриг двухмачтовый лег в развороте. А у юнги от счастья качалась душа, как пеньковые ванты на гроте. И душу нежную под грубой робой пряча, суровый шкипер дал ему совет: будь джентльменом, если есть удача, а нет удачи, джентльменов нет, а нет удачи, джентльменов нет. И плавал бриг туда, куда хотел,
встречался, с кем судьба его сводила. Ломая кости веслом каравелл, когда до абордажа доходило, был однажды богатой добычей дележ, и пираты бесились, и выли. Юнга вдруг побледнел и схватился за нож, закричав, что его обделили. Стояла девушка, не прячась и не плача, и Юнга вспомнил шкиперский завет: будь джентльменом, если есть удача, а нет удачи, джентльменов нет, а нет удачи, джентльменов нет. И видел он, что капитан молчал, не пробуя сдержать кровавой свары, и ран жестоких он не замечал, и наносил ответные удары. Только ей показалось, что с Юнгой беда, а другого она не хотела. Перекинулась за борт и скрыла вода золотистое смуглое тело. И прямо в грудь себе пиратов озадача, он разрядил горячий пистолет. Он был и вправду джентльмен удачи, конец удачи, джентльмена нет, конец удачи, джентльмена нет. Немножко из таинственной кухни поэтов, этих странных людей. Действительно, я считаю, что поэты – это странные люди. Как собрать слова и сделать, чтобы они ритмически и завлекали? Я не знаю, это вот мне, например, не дано, и даже не представляю, как это делается. Вот в конце этой песни, у него повторялся рефреном, он был и вправду джентльмен удачи, конец удачи, джентльменов нет. А я спел «джентльмена нет», конец удачи, джентльмена нет. И он так обрадовался, говорит: слушай, Толь, правильно, правильно, джентльмена нет. И так радовался этому, фантастика, прям как находка, ты же понимаешь, находка. Вот это удивительная штука, понимаете? Не знаю, к чему это рассказал, но просто я вспомнил это. Вот, значит, подходим потихоньку к финалу нашей с вами встречи. Я хочу и закончить вот чем. Вот когда были эти наши концерты, не было спектаклей, были концерты, посвященные Высоцкому, дню рождения Высоцкого. Очень было написано много песен во след уходу Высоцкого. Понятно, их грусть этих песен, тоска, трагизм этих песен. Их было очень много хороших, не совсем, неважно, это было искренне и так далее. Первый, кто почувствовал нужду в оптимистической песне, это оказался Булат Акуджава. Он почувствовал, что... То есть не почувствовал даже, а как сказать, действительно, факт рождения, в данном случае, в конкретном, про который мы с вами говорим, гораздо важнее факта ухода. Потому что рождение произвело на свет Владимира Высоцкого. И это важно, вот это важно. И он, вот это, когда мы справляли эти наши концерты, он быстро за кулисами на эту песню напел, заставил взять нас с гитарой, меня, Виталия Шаповалова, Дмитрия Межевича. Мы так Булата Шаловича окружили и просто чуть-чуть подвякивали бы на гитарах. А второй был потом концерт, мы уже подпевали, и потихоньку эта песня стала нашей таганской песней. Итак, Акуджава. Как наш дворня бежали он в классической паре, с ним теперь уже не справится, хоть он и безоружен, а там Володя во дворе, а его струны в серебре, а его пальцы золотые, голос его нужен, а там Володя во дворе, а его струны в серебре, а его пальцы золотые, голос его нужен. Как с гитарой не боролись, распалялся струнный звон, как
как вино стихов не портили, все крепче становилось. А кто сначала вышел вон, а кто потом украл вагон, все теперь перемешалось, все объединилось. А кто сначала вышел вон, кто потом украл вагон, все теперь перемешалось, все объединилось. Что ж печалится напрасно нынче, слезы лей не лей. Но запомним хорошенечко и повод, и причину, ведь мы воспели королей от Таганки до Филей. И пусть они теперь поэту воздадут почину, ведь мы воспели королей от Таганки до Филей. И пусть они теперь поэту воздадут почину. Я забыл вас предупредить, тоже наше местное дело. Там есть такие строчки: кто сначала вышел вон, кто потом украл вагон. История совершенно космическая и сногсшибательная. На первый день рождения Высоцкого, вот 1981 года, мы ждали прихода из Волгограда первого тиража, то есть не первого, а единственного тиража «Нерва», его сборника, который с диким трудом пробивался, из Волгограда должен был прийти к нам. И мы собрались, вот когда справляли день рождения в театре, мы знали, что приедет энное количество книг, каждому в театре будет подарен вот «Нерв», первый сборник Володи, о котором он мечтал страстно, хоть как о маленьком. И мы сидим в зале, ждем. Вдруг появляется Юрий Корякин. Это такой замечательный достоевед, литератор, большой друг нашего театра. И он сказал: товарищи, я вас поздравляю с грандиозным событием, потрясающее событие. Дело в том, что весь тираж, который вагоном пришел на Москву товарное, тираж «Нерва», разворован. Вот так было в зале. Он говорит: я вам серьезно говорю. Нету, он разворован тираж. И это какое счастье! Я мечтал бы про то, чтобы тиражи моих книг вот так разворовывались, сказал Корякин. Так и да, если у кого есть сборник «Нерв», посмотрите, на последней странице либо написано 25 000-50, это повторный тираж после разворованного. А если у вас написано 25 тысяч, вы счастливый обладатель того самого разворованного тиража. Посмотрите, посмотрите, там очень важно. И последнее. Ну, это я человек не мистический, но что-то в жизни, видимо, есть такое, что как-то руководит нами всеми, одному ему известными причинами. У нас был спектакль. Был спектакль, назывался он «Товарищ Верь». Это Пушкин. Стихи Пушкина, письма Пушкина, спектакль о Пушкине. Там было 5 Пушкиных у нас. Одним из этих Пушкиных был и Владимир Высоцкий тоже. И в этом спектакле звучит на замечательные стихи Пушкина песня. Стихи «Дорожные жалобы» называется. И вот Владимир к этим стихам написал музыку. Ее слегка подправил главный композитор этого спектакля Юрий Буцко, очень нежно относящийся ко всем к нам, а уж к Владимиру. Кстати, извините, я вам должен рассказать. Юрий Буцко, Юрий Маркович Буцко, замечательный композитор, потрясающий просто человек. Он 2 года ходил по Союзу композиторов, это где-то так 78-е вот годы, с просьбой включить Владимира Высоцкого в члены Союза композиторов. Когда его спрашивали, а почему? Он говорит: а очень просто, это сейчас самый поющийся автор в стране. Нет ни одного дома, где бы не лежали кассеты с записями Высоцкого. Но он не профессионал, он не кончал консерваторию. Говорит: какая рая, вот, а многие тут кончали консерваторию, вы их музыку знаете их? Не знаете. И он 2 года ходил, пробивал эту историю. Ничего, конечно, какой там союз композиторов. И вот Юрий Буцко чуть-чуть подправил мелодию Высоцкого, и в результате получилась вот эта вот песня на стихи Пушкина. «Дорожные жалобы». Долго ли мне гулять на свете,
То в коляске, то в коляске, то верхом, то в кибитке, то в кибитке, то в карете, то в телеге, то в телеге, то пешком, не в наследственной берлоге, не среди отческих могил, на большой мне знать дороге умереть Господь судил. На большой мне знать дороге умереть, умереть Господь судил. На каменьях под копытом, на горе под колесом, или во рву водой размытом, под разобранным мостом, или чума меня подцепит, или мороз окостенит, или мне в лоб шлагбаум влепит непроворный инвалид, или мне в лоб, или мне в лоб шлагбаум влепит непроворный, непроворный инвалид. То ли дело быть на месте, по Мясницкой, по Мясницкой разъезжать, о деревне об невесте, на досуге помышлять. То ли дело рюмка рома, ночью сон, поутру чай, то ли дело братцы дома, ну пошел же погоняй. То ли дело, то ли дело, братцы, дома. Ну пошел же, ну пошел же, ну пошел же, ну пошел же, погоняй! Спасибо вам громадное. Все-таки прощаюсь с вами. Я действительно очень вам благодарен. Хотя считается неприличным, когда актер говорит, я вам благодарен. Я вам благодарен. И вот еще почему благодарен. Вы знаете, очень мало осталось таких у нас оазисов, заповедников в стране. Вот там отголоски Грушинского фестиваля, какие-то такие вот. Иногда в Москве, кстати, немножко оживает, слава богу, оживает вот эта вот история. Я думаю, у нее появится... там не второй, какой-то 15-й, видимо, уже дыхание, снова эта штука живет, обязательно. Нельзя без этой вот, чего-то не хватает. Эти вот пузачесы уже меня лично достали, например, уже, знаете, по телевизору и по радио, везде. Не все, там есть хорошие. И я благодарен вам за этот оазис, потому что вот есть такие сигналы. Вот клуб «Восток», вот назову я сейчас нашим гитаристам на Таганке, любому, вот клуб «Восток», скажут, знаем, знают. Держите это дело, держите и пробьемся. Спасибо еще раз вам. Коля, только что сделали, я хотел бы сделать вам сейчас удивительный подарок. Вы можете спросить? Дорогие товарищи, я хочу сейчас Анатолию сделать подарок, но и всем нам. Жизнь пишет настолько удивительные и непредвиденные пьесы, что никакой драматург их не может даже близко представить себе то, что напишет сама жизнь. Сегодня всем нам исключительно помог Владимир Высоцкий, его память. Я расскажу вам, в чем конкретно дело. Когда мы собирались на этот концерт, то было замышлено, что в 22 часа 15 минут, после того, как Анатолий завершит свое прекрасное выступление,
От имени нашей общественности я прочитаю вам очень грозное и очень гневное и очень скорбное письмо. Смысл этого письма заключается в следующем. В наши времена первобандитского накопления существуют во множестве такие щуки или такие аллигаторы, или как их там назвать, которые стремятся прихватить то, что плохо лежит. С их точки зрения очень плохо лежал наш дворец культуры пищевой промышленности. И, как лакомую наживу, надлежало его заглянуть. Извините за это некрасивое слово. И уже 2 года шла отчаянная борьба клуба и администрации этого дворца за то, чтобы его сохранить. Борьба была драматической. Почему? Потому что те организации, в ведомстве которых дворец находился, от него отказались. Он им не подъемен с точки зрения финансовой. И таким образом коллектив хотел попроситься в государственные предприятия с тем, чтобы быть на бюджете и продолжать свою благороднейшую деятельность. В чем благороднейшую? С 1925 года здесь активно и бурно, никогда не прекращаясь, процветает многообразная клубная работа, в том числе и нашего клуба. Но очень крутые, как говорят сейчас чиновники из Куги, присосавшиеся к управлению культуры, вели дело к тому, не будем говорить по каким причинам, продать это здание, не буду даже называть сейчас, чтобы не портить вам настроение, одной, так сказать, или элитной валютной шараги, с тем, чтобы та уже как под субаренду раздавала здесь все, что могла, и наживалась. Общественность, администрация изо всех сил добивались приема у заместителя мэра по культуре Вадима Беляева. И ничего не получалось. 2 года железная ограда, и не пройти к нему, ничего не объяснить, все такое. И вот все-таки и до этих высокопоставленных ушей дошел слух, что будет вечер 30-летия выступления Высоцкого здесь, что здесь будет прекрасная общественность, что здесь будет много прессы, что здесь будет телевидение. И как? Какой поворот парадоксальный. Вадим Беляев явился сюда. Он был здесь и сказал: ребята, никакой закулисной возни не будет. Все будет честно, сделаем так, чтобы было так, как нужно. Спасибо, Владимир Семенович, за то, что вы сделали для того клуба, который запустил вас на орбиту. Вот таким великолепным, радостным сообщением, которое родилось сейчас, когда начинался концерт, мы еще не могли этого вам сказать. Я хочу порадовать и нашего дорогого гостя, и всех вас. Спасибо. До новых прекрасных встреч. Всего лучшего.